Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, братья и сестры, всех приветствую, благословляю именем Господним из города Киева, с нашей Киевской архиепископии. Здесь, на Гловской, мы арендуем помещение, сейчас станция Метрогловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это предприятие общества слепых. И здесь проходят богослужения каждое воскресенье с 9 утра до 12 часов. Обычно проводят наш благочинный. Чаще всего наш благочинный священник, протоиерей, отец Алексей Прошак. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья, во имя Господне. Молитесь о реформации православной церкви, о реформации всего христианства. Сегодняшнее служение, как и предыдущее также, будет посвящено как раз тому юбилею, который празднуется в Украине, празднуется целый год, в общем-то, даже на национальном уровне. Год 500-летия с этого начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. Конец деформации, начало Великой Реформации. Слава Богу! Благословляю всех вас во имя Господне. Слава Иисусу Христу!